Хейо, гайс, у меня Жмики, и сегодня мы поиграем в игруху под названием Dead Space от Electronic Arts. Да-да-да, это хоррор, да. Сегодня у нас время обосраться, вот так сказать. Ну что, поехали. Очень сильно атмосферная игра, очень громкая, со своими скримерами. А, новая игра. А, легкий уровень сложности, хоррор. Это хоррор, значит легкая игра сложности. Если это обычные игры, там без зомби, да, к зомби я привык, ничего такого страшного в них нету, да. А здесь сама атмосфера пугает, это закрытые помещения большие, и все в таком духе, поэтому я думаю, сегодня будет жопа. Блин, нужно еще будет тогда допройти игру Lords of Earth, которую я начал, снял, кажется, одну серию, потом появились здесь какие-то монстры, и я сказал, все это... Игра на этом закончена. Миссия. Статус ТЛМ. Система Эгиды. Основной состав экипажа. Айзек Кларк. Техник-специалист по кораблевым системам. Кендер Эдерсон. Специалист по компьютерным системам. Зак Хэдден. Старший офицер службы безопасности. Директор. Директор. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с Кирой. Там все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. По сути, ребят, вас ожидало... И сколько раз ты уже это смотрел? Скучаешь по ней, да? Не переживай. Мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Итак, мы на месте. Синхронизируй орбиты. Сколько мороки из-за какого-то обломка. Добыча руды в космосе выгодный бизнес, мисс Дэниелс. А Эгида-7, судя по отчету, просто золотая жила. Кобальт, кремний, осмий. Так, и где же... Ага, вот он. Мы в пределах видимости. Так это и есть Ишимура? Круто. USG Ишимура. Класс планетарный потрошитель. Похоже, они уже начали курочить одну. Почему нет огней, даже габаритных? Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора, мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. USG Ишимура, это аварийная бригада USG Келеон. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Надо усилить мощность передач. Я в курсе. Усильте сигнал. Еще. Кошак орёт, нужно его будет потом побить. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Что там, никто не может поднять трубку? Давайте. Битый сигнал, как я и думала. Похоже, у них проблемы с дешифратором. Стыкуйтесь с кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Хорошо, ты и я слышал. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Грави-захваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Что за черт? Сэр, стыковщик. Что с ним? Мы сбились с курса, мы врежемся. Поднять защиту. Их стыковщик поврежден. Перейти на ручное. Быстро! Внутри магнитного поля! Тряхнулся! Отставить! Нет! Я знаю, что делаю! Капрал, выполняйте приказ! Когда касцена лучше. О чем ты думал? Ты нас всех угробить хочешь? Я спас наши задницы, мисс Дэниелс. Попробуй мы отменить стыковку на этой скорости, нас бы размазало по борту Ишимуры. А теперь успокойтесь, за работу. Капрал, отчет. Потерян сигнал от двигателей левого борта. Рации и автопилот накрылись. Потребуется время на ремонт. Ладно. Вдруг кто поможет на причальной палубе. Стой, Айзек, я синхронизирую Иксы с системой корабля. Все, готово. Показатели здоровья в норме. Хорошо.
Тогда выдвигаемся. У нас уйма дел. Первое. А я уже пробовал игру, да, типа, чтобы все настроить как надо. Здесь не очень удобный режим прицеливания. И здесь как бы задержка идет в движение. Вот, допустим, сейчас покажу. Вот я нажму, да, вот в бок. И он через какой-то только промежуток идет в бок. То есть, манать, это будет жопа. Короче, о чем я говорил, потом меня перебили. Эй, мы не сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатели. Невероятно. Короче, о касценах. Они мне мешают просто. Короче, суть в чем. Для вас я уже заснял 3 игры пройденных. Но какая-то херня произошла, и у меня чисто все видео, сняты на протяжении 2-3 недель, удалились. Просто... как будто не было. Я прошел игру After Death, после смерти. Я, может быть, ее потом еще пройду раз для вас. После я еще играл, уже и прошел ее. Феодал Элон. Тоже прикольная игруля. Потом я снова ее пройду, наверное. Ну, точно ее пройду, а вот After Death не знаю, потому что я не могу найти заново, где ее скачивал. Где скачивал эту игру. После я еще начал проходить Fallout 3. Заснял уже больше 12 серий. Понятно, что там по часу, по 40 чем-то минут. Но GG. Как обычно, понятно, что произошло, я думаю. Минус, считайте, записи. Кто-то торопился, собирая свои вещи. Тут должен быть кто-то из охраны. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. Эта консоль все еще дышит. Айзек, подключись к ней, может что-то узнаем. Кендра, постарайся запустить лифт. Такая стрёмная игра. Я бессочная, не выйдет. Так найди, где есть питание. Немного побольше звук, чтобы я точно обосрался. Быстрее поймем, что тут происходит. Айзек, разберись с компьютером. Знаете, самое херовое, то что мне оружие не дают. Так, локатор и экран карты. Так, это тап. Так, О. Наверное, О русской, да? Журнал. Мягкий знак, это карточка у нас вся, локатор и, в принципе, правильно все. Задание выполнено. Выглядит хреново. Корабль сильно поврежден. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала, уже хорошо. Я знаю, что сейчас делать, поэтому... Черт, что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Стойте, замри. Что это? Ты еще что? Тут кроме нас кто-то есть. Микроморфы. Я обосрался. Я боюсь этой игры, ребят. Я не хочу ее играть, блядь, серьезно. Да, я сыкло, блядь. Да, я боюсь проходить эти игры. Че, гоните? Ну что это за фигня? Беги, Айзек, убирайся оттуда к черту! Ух! Принесло. А можно, пожалуйста? Я хотел сказать, а можно лифт запустить? Вот, блин, я боюсь, через вот эту дырку могут пролезть, как бы. Нет? Блядь, стрёмно, стрёмно.
С тобой все в порядке. Так, объясняю, смотрите, вот мы так, да, двигаемся. В режиме прицеливания его. Ну, блин, я как бы настроил более-менее, что было. Деньги, хп. Убиваем, ну нафиг, а то еще встанет. Кто его знает. Журнальчики. Патроны у нас тут ограничены. Сколько у нас там патронов? А меню у нас, типа, как вы видите, в таком виде... Так, 18 патронов только. Так, это переключать режимы. Ну я же знаю, что там, я знаю по звукам, я слышу, что там что-то пиздец. Я знал, я это знал. Это хилка? О, здорово. Блин, я только... Пипец, там лапа оторвалась. Единственное, что не знаю, это... Как лучше стрелять? Вот так вот? Либо вот так вот? Типа, вот, два вопроса. Так, ну я думаю, ты уже не встанешь. Сука. Как обосраться за две минуты геймплея? А, уже, ребят, прошло даже 12 минут, мы уже закончим на этом смысле. Смысл проходить. Я не буду тратить аптечки. Так, я вижу там что-то. О. Я не видел ничего. Так, он где-то сверху лазит. О, еще что-то вижу. Запомните, предметы просто так не лежат никогда. Говорит Бенсон, всем внимание. Они лезут через шахты вентиляции. Держитесь от них. Назад! Назад! Привет. Айзек! Я был к этому готов. Надо же, ему удалось. Айзек. О, здорово. Мы видели еще твари по пути сюда. Ты в порядке? Да. Что это такое? Откуда эти твари? Кто они? Космосом. Говори тише. Кто бы это ни был, они нам не рады, а половина дверей перекрыты из-за карантина. Нам нужно на мостик. Но сначала... Починим транспортную систему. Ты чокнутый! Из-за тебя мы все погибнем! Будешь слушаться меня, я вытащу нас отсюда. Что с транспортом? Да пульт управления накрылся, но в инженерном отсеке должны быть запчасти. Сломанная вагонетка блокирует нужный тоннель. Из-за долбанного карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не попадем. Мы нет. Но ты можешь. Я тоже нет. Если я доберусь до мостика, я получу доступ к данным экипажа. Ты починишь транспорт, а я помогу найти Николь. Нет, как бы я тоже не помогу, ребят, вам. Вы мне... Текущую задачу в режиме карты. Хорошо. Какая там кнопочка была? Б. Хорошо. Что это у нас? Инфопанель нам нужна какая-то. Там побежали. Или пошлите, чтобы времени немного протянуть, да? Так, пуля. Хил. Я слышу звуки. Плохие звуки. Так, нам туда. Если нам тогда туда, значит нам по карте пойдем в обратную сторону. Стоять, стоять, тихо. Тихо, тихо. Я ж там видел кое-что, то, что мне нужно.
Фух, сохранялочка. Да, вот видите, я сохранялся один раз. Да-да, принять. Да-да-да-да-да. Все, погнали. На самом деле, то, что я с вами разговариваю, общаюсь, по сути, не так страшно будет, я думаю. Я надеюсь. Да раз на ее больше. Ты думал, я не знаю. Давайте лучше так стрелять. Голову ему отрежу. Надеюсь, без головы еще они не могут двигаться. Так, стоит мне идти туда? Или лучше пойти туда, куда мне предлагают? О, а там что-то еще лежит. Так, сначала по карте. Дать. По карте. Блин, карта, конечно, немного неудобная. А, там у нас дверь все равно закрыта. Это Бенсон. Смиту удалось грохнуть одну из тварей. Внимание! Не пытайтесь попасть им в корпус. Вы должны отсекать им конечности. Хватайте резаки или что-то в этом роде и режьте их на куски. Чел, держу в курсе. Страшно вырубай. Страшно вырубай. Страшно вырубай. Страшно вырубай. Страшно вырубай. Страшно вырубай. Айзек, будь осторожен. Стрельба по корпусу мало что дает. Целься по конечностям. Рвите их, чертов. Нет. Это должно помочь. Ребят, я серьезно. Держу в курсе, хорошо. Слишком много свободного места. Что за звуки? Почему? Так страшно. Мне кажется, они сейчас с люков повлазят, блин. Либо сверху где-то. До свидания, до свидания. А, я понял. Найс, найс, держу в курсе, найс. Это здесь. Так, стазис модуль. Так, у меня что заполняется? Прицельтесь и огонь. Похоже, дверь заклинила, Айзек. Попробуй открыть ее стазис модулем, который ты подобрал. А я немного не понял, как стрелять, стоять. Настройки, управление. Так, чувствительность мыши, основные элементы. Управление. Так, активировать. Бег, шифт, удар, пробел, удар, ячейка оружия вверх. Быстрая навигация. Оружие, оружие. Аптечка, быстрая аптечка Е. Карта, рюк... А ну выйди отсюда! Сейчас. Ты пришел отсюда. Иди отсюда, я сказал. Да, иди отсюда. Сейчас, пойти. Вот зерка, Саша. Кошатина. Крикло ходячее. Так, миссия, архив, записи. Как модуль использовать? Активировать. X tab, право, влево, назад, вперед. А где использование? А использование так прицеливание стоять. Прицел, прицел стрельбы, такая перезарядка. Огонь, альтернативное оружие, кинетический модуль. А. Хорошо. А, ну. Или что-то не понимаю.
Еще раз. А, короче, на цешку. Я буду смотреть вверх, я буду смотреть. Ну нафиг. И еще какая-то херня лежит, чтобы я их подобрал, да? Охранялочка, здравствуй. Принять. Так, туалет. Комнатки, комнатки. А мне куда идти? В ту сторону. Показалось, ладно. Ух, вы что, гоните? Не, вот это стрёмно будет играть. Рюкзак полный? В смысле? Манать, у меня рюкзак полный. GG. Ладно. Так, там что-то есть. Там ничего нет. Не, не страшно, это всего лишь игра. О чем мы с вами вообще говорим? Это всего лишь игра. Бояться тут нечего. Ладно, погнали в туалет. А нет, тут что-то есть страшное. Призраки, духи. В смысле, у меня перегруз уже полностью? Мунать. Ладно. Не, вот это плохо, что у меня типа перегруз. Принять, да, принять. Ну, а сколько у меня тогда патронов всего? 75, отлично. Твой стазис-модуль поможет управлять этим механизмом. Хорошо. Отлично. Молодой, куда идешь? Еще есть один, значит. Заряжаем. Животные. О! Рюкзак полный у нас. Вагонетка 8 сломана. Мы затащили ее на ремонтную платформу, но сдох автопогрузчик. Мне нужен стазис-модуль. Если мы не снимем этот кусок дерьма с рельс, он заблокирует всю систему. Это сейчас мне что делать? Пипец, у меня много этих. А как мне, типа, рюкзаком, там, я не знаю, выбрасывать?
Типа, зачем мне это тогда стазис батарея? Восстанавливаю заряд стазиса. Я лучше патроны себе наберу. Давайте тогда. О. Замена поврежденной вагонетки. Пожалуйста, ждите. Да. Справился. Да, я знаю. Вагонетская вагонетка блокировала туннель. Как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнаты контроля. Только быстрее. Я слышу, как тут что-то скребется. Нам нужны патроны, нам нужно очень много патронов. Все? Все? Не, некроморфы. Сказать честно, я вот еще играл в третью часть до первых врагов. А это когда, знаете, то зимой ты поднимаешься по горе, как я понял, да, там в игре же было. И... О, стоять. Средняя аптечка. Бросить. Мне нужно большую тогда взять. Я лучше буду большие использовать, нафиг маленькие. Так, а что теперь мне делать? Карта. Назад, хорошо, побежали. Чё, даун, по-твоему? Слышь ты. Привет. Приятель. Так, тут у нас хилка, да, или... Давайте, короче, буду маленькие хилки выбрасывать. И менять их на эти. Блин, херня в том, что, типа, не работает нормально здесь именно меню, что в реальном времени все происходит у нас. Это меня немного напрягает на самом-то деле. Чисто эта фигня. Погнали за большой пилкой. А, тут маленькая. Здесь у нас патрон, да, были? Да. Так, сколько у меня патронов? Патронов хорошо. Нужно рюкзак, короче, нам будет улучшать. Вот так я буду, короче, всегда стрелять. Вот так я... Вот так навряд ли буду стрелять. Буду вот так стрелять. А, мы же вагонетку запустили, точно! Стоять! Заямба. То или нет. Ну, по идее, да, да? Или нет? Я понял, до свидания. Лежать. Все? Я буду все слушать, я буду внимательно слушать игру. Не, блин, вот так хорошо, что я на самом... А почему с тебя ничего не выпало? Ты мне это лучше скажи, приятель. Я не дам себя коцать, не. Так. И все сюда, да? Да. Я да. Обошла охранную систему. Пришлось попотеть, но теперь ты можешь попасть на инженерную палубу. Инфопанель должна быть там. Хорошо. Айс, тебе нужна инфопанель транспортного компьютера. Она на инженерной палубе. А, мне аж туда идти? Нет, мне туда не идти. Мне сейчас нужно сохраниться и будем заканчивать с вами серию.
сохраняемся, заканчиваем серию, потому что уже у нас время 30 минут. Сюда будем в третье сохранение принять. Понятное дело, что буду дальше обсираться, все в таком духе, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.